19 октября личный состав управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому району в полном составе собрался на площадке возле стадиона «Металлург» для традиционного строевого смотра. Такие смотры проходят регулярно. Сегодня он был посвящен переходу на зимнюю форму одежды. Начальник УМВД вместе со своими заместителями проверил готовность подчиненных к предстоящим холодам. Соответствует ли их обмундирование всем требованиям? У каждого ли служащего все имеется в наличии? Идеально никогда быть не может. Вот. А в принципе, общее впечатление положительное. То есть личный состав, в принципе, готов к несению службы в зимний период. Вот. Есть никакие некоторые недостатки, моменты, но это все они легко устраняемые, скажем так. Какие-то большие затраты для этого не требуются. Вид полицейских этой зимой останется прежним, привычным для граждан. Изменений в приказе о ношении формы сотрудников внутренних дел пока не было.